No. Нифига себе, это наши that все друзья. That trickery with Triptychon was quite devious for an Autobot, much less a Prime. Megatron, come down here and end this farce. In due time. First, I would like you to assist me with an experiment. I am monitoring all outputs, Lord Megatron. Proceed at your leisure. Ну что за эксперимент? Оживить они будут сейчас против нас, да? Восстаньте, да. По-моему, блин. Слава лорду Мегатрону, слава лорду Мегатрону. Да. Сейчас мы вам покажем славу Мегатрону, блин. Нубики. А вот и Мегатрон. Ну что, спустился, га? Не боишься, прям к нам идет, блин. Shockwave, the dark spark needs more power. Redirect the energy flows. Первая готова. Your friends will serve me as Decepticons. Once I unlock the dark spark's full potential. Так, надо ждать просто, когда еще раз это откроется. Пока перезаряжаемся. Сейчас должно еще раз открыться, и мы все дорешаем. Опять оживил? Да елки-палки. Ну ты долго вставал, конечно. Блин. Все, нету снарядов. Вообще шикарно. Эй, ты куда разогнался, чувак? Нифига себе, что ты делаешь? Так, нам что-то надо сейчас сделать, правда не знаю что. Еще раз его помучить, что ли? Да ему пофиг, блин. Мучаем мы его или нет? Ага, все, еще раз открылось. Давай. Ну, сдохни. Есть, готово. Блин, правда они сейчас нас замучат. Так, дорогие друзья, осталось последнее. Я это перепрошел еще раз. Optimus, come in. Are you there, Optimus? Roger me. Well, call me. Hello. Hello, Prime. I am here, Jazz. Order the remaining Autobot forces to regroup at Viacom. Our struggle and all our hopes now hinge on the Ark. The dark spark is no longer an obstacle to us leaving Cybertron. Though I fear its terrible presence will yet be felt elsewhere. Sir, we're nearing the coordinates. Prepare to disembark. Yes, sir. A long chain of improbabilities placed the dark spark into my possession. When the universe presents you with an opportunity, you must never fail to capitalize on it. A sentiment I share with the humans. I see it, Bumblebee. Optimus, the Honorless Bounty Hunter has arrived. Locked on. So the trajectory was accurate. Can you conjecture as to his purpose? He's headed towards the structure identified on the long-range scans. Bumblebee thinks it's a military facility. Investigate, but be cautious. We need to know what he is after. Not yet, Bumblebee. But they have my trust. They will come to our aid when needed. Good luck. Snipers, we can flank them through the cover on the left.
Итак, дорогие друзья, нам предстоит сейчас уничтожить врагов, охраняющих скалы. Такс, где они здесь находятся? Кто-то там палит? Какой-то снайпер. Ладно, фиг с ним. Выдвигаемся дальше. Ух ты, нифига себе. Вышел из кустов, гад. Сейчас мы сейчас замочим. Первый готов. Второй готов. Выдвигаемся дальше. Так, там вот тот целится у нас. Это очень кумарит. Сейчас они, наверное, взорвут мост, да? Вообще супер. Эй, Дрифт, отойди. Если не стреляешь, лучше нам не мешай. А если мы поменяем оружие? А, у нас не меняется даже. Супер. Кстати, а в кого он может превращаться? Наверное, супер машинка. Как обычно, в принципе. Так, да, что мы сейчас будем делать? Так, что ли, проедем? Офигеть, смотрите, прикольно. Дрифт просто перепрыгнул, ему вообще пофиг. Так, ну я думаю, нам в эту сторону. Теперь, да-да-да. Машинка у этого прикольная. Так, все, взорваем. Ух ты, елки-палки, сразу назад. Увидел нас. Как будто не знал, что мы здесь. Так разогнался сначала. Подобрать снайперскую винтовку? Нифига себе, зачем? Ну ладно, раз уж просят. Правда, не люблю я снайперки. Прикройте Дрифта сверху со скал. Окей. Ух ты, блин, невидимка. Кто там палит? Ах ты, говнюк, иди сюда. Ха-ха, сдох. Такс. 80 метров, сейчас мы должны ему помочь. Прикрыть его. Без проблем. Ну, блин, что сказал, не люблю снайперки, если вообще просто не попадает. Так. Ну, сдохли. Сдох, отлично. Блин, перезаряжается еще так быстро. Так, и этот вроде бы еще тоже сдох. А, вот там еще один. Ну. Офигеть, вообще. Не попадаю. Так, выдвигаемся дальше. Только как нам туда допрыгнуть? Загрузка. Есть. Получилось. Кто-то тоже, я помню, так умел перепрыгивать. А кто, я уже не помню. Так, снайперку можно поменять. Ага, у нас другое оружие. Другого оружия нету. Очень печально. Так, кто там поднялся наверх и сидит и прячется. Давайте вернемся и накажем его. Раз уж он такой крыса. Типа нам сюда. Да? Вверх со скал должны прикрыть Дрифта. Ну окей, без проблем. Дрифт, держись, мы сейчас приедем. Только, пожалуйста, не отдыхай. Я тебя прошу. Так, все, готово. Супер, нам надо возвращаться назад, окей. Раз уж так просят туда-сюда ходить. Слушаемся и повинуемся. А вот здесь какой-то последний остался, да, я так понял? Блин. Есть. Так, нам теперь дальше. К следующей огневой точке нам надо переехать. Окей, без проблем. Машинка вообще у него красивая, прикольно. У других такие не очень были машинки, а у этого довольно-таки интересная машинка. Так, пока тут побежал, давайте вот этих уничтожать, кто здесь застрял. Ну, давай. Готов. Следующий.
Ну-ну-ну, давай-давай. Есть, готов. И последний. Готов. Ага, возле дрифта еще кто-то там есть. Все, есть. Следует звать следующий каньон. Без проблем. А, это типа шершень. Мы сейчас играем за шершеня. Я, правда, уже говорил, что я не разбираюсь в трансформерах, но теперь я понял. Этого молчаливого трансформера зовут Шершень. Понятненько. Так, с аптечкой у нас, по-моему, есть уже, да. Связка управляемых гранат возьмем и, пожалуй, дрончика. Будет нам помогать, надеюсь. Это еще что за твари, блин? Уже, по-моему, такие были. Летающие фигни, которые нервировали постоянно. Так, только вот куда нам теперь ехать? По-моему, пройти сейчас по тому мостику, нет? Я думаю, что да. А там просто должны будем прыгнуть. Оп, отлично. Так, готов. Летающая фигня. А это что такое? Что за бред? Так, с того мы развалили. Что ж, двигаемся дальше. Ух ты. Берем разгон. Не, мне кажется, сейчас будет нам жопа. Конечно, мы же упали. Как нам теперь подняться? Блин, ладно, пока я поднимусь, возобновлю. Так, друзья, все, я поднялся. Теперь нам осталось вот этих вот завалить и проехать дальше. Конечно, эти у нас такие твари не слабые, я бы сказал. Летающие быстрые твари. Так, где-то я здесь видел. Ух ты, стоп, замешали. Эй, ты куда улетел? Стоять. Это не прикольно. Где-то взлетают, прилепляются, и в них потом уже легко попасть. Это то, что радует. Так, а где это? Последнее. Нет, здесь закрыто еще. А где, елки-палки? Вот дрифт сидит на месте, вот это мне очень не нравится просто. Толку от этого дрифта, просто сидит рядом, ничего не делает. Кумарит только. Ага, просто пройти по тому мостику. Понятно. Наверное. Я даже не знаю, если точно. Да нет, навряд ли здесь. Ну никого нету, просто зависло, смотрите, и все. И без понятия, что дальше даже делать. Эту что ли выстрелить? Да нет. Это лифт. Угу. Вот куда мы улетели. Победить снайпера в рукопашном бою. Bubble Bee, can you give me a lift? Блин, а раньше тут чё этого не произошло? Пипец просто. Фига себе, какой он мощный. Чуть не сдохли. Надо обязательно взять вот эту аптечечку. И движемся дальше. Сейчас мы вызовем дрончика, наверное. Так, а здесь как мы пройдем? Перепрыгнуть туда нельзя. Блин, можно. Но у меня не получилось. Так, вторая попытка. Дрифт уже там. Есть, отлично. Кто там лупит, сколько я не могу понять. А, ёлки-палки, блин, прям возле дрифта. Не заметил. Победить стражников перед комплексом. Что ж, сейчас попробуем. Снайперка. Без головы. Супер.
Time to teach a lesson. Let's see what we got. Кто-то палит, вот я его не вижу. Ух ты. Офигенно. Летайте, давайте. Ты тоже летай. Летай, кому сказал. Прикольное оружие вообще. Ах ты гад. Хотел нас вот так вот завалить, пока мы отвлеклись, да, говнюк? Пожалуй, взлетим мы сюда. И вот сдалека будем вот их лупашить. Правда, здесь никого не вижу, а вот один. Ну же, где следующая цель? Боеприпасы заканчиваются. Вот и дрифт. Правда, блин, он кумарит, он реально сидит на одном месте и ничего не делает. И что у нас здесь? Это развалить, да нет. Чем показывал вам вот эту цель, я не могу понять. Так. Дрончик, пожалуй, давай помогай нам. А то стоишь без дела просто. Ух ты, поехал. Все, вылечились. Прикрыть дрифта с крыши. Ага, вот теперь чисто задание появилось. Ну все, поднялся. Давай, давай, бесшумное убийство. Пок-пок. И сзади. Блин. Дрифт. Welcome. Офигеть, дрифта взяли. One of Prime's lackeys was found skulking about. Найдите другой вход в комплекс. Печально вообще, дрифт бедненький. И что это за снаряд? А, это снайперка. Что за херня? Блин, думал, упал снаружи. Дрон, ты чё ничего не делаешь, ёлки-палки, работай. Толку от тебя, блин. И как нам сейчас здесь подняться? Поэтому что-то получится? Снайперка без прицела. Нормально. Так, 150 метров. Без проблем. Что мы здесь застряли? Я в шоке, блин, застреваем просто. Такс, и что у нас здесь? Ага, опять кто-то есть. Если у нас этот дрончик, нету нифига. Вообще жопа. Сейчас сами будем с этой ордой справляться. Надеюсь, у нас получится, блин. Должны постараться, так что... У нас, безусловно, должно все получиться. Кто-то там лупит. Должны какие-то звуки. Так. Блин, вот, и как нам подняться сюда? Ага. Все, вход найден. Отлично. Блин, кто там? Ай-яй-яй, елки-палки. Вот это жесть, просто не ожидал я. Перезаряжайся быстрее. Давай, давай, давай. Есть. По-моему, завалили. Да, отлично. Все, короче, движемся дальше. Ага. От охраны разрешение на проход. Ага, какую-то фигню должны получить. Классная пушка, нифига себе. Все, теперь, пожалуй, мы запустим терминальчик, пополним боеприпасики, и сейчас мы возьмем здесь опять аптечечку, хак, стеклянные молотки пускай будут, и здесь дрончик, где же ты? Да, вот он. Все офигенно. Часть 11. Разведка. Нифига себе, здесь чистить придется, да, фигища просто. Пушка со стеклянным газом. Дрончик. Ой, выход. Все, дрон пошел нагибать. Готово. Перезаряжайся быстрее.
Все, эти тоже готовы. Кстати, еще что за херня? Так, кто-то там наверху, как надо туда подняться. Я уже, по-моему, понял, куда, если получится у нас здесь, да. Отлично. Блин, вот это жесть. И что там еще взорвать? Победить отряд локдауна. Ай-яй, блин, вот это жесть. Откуда их столько много так взялось сразу неожиданно? Я просто не ожидал. Так, друзья, продолжаем. Тогда я умер. Сейчас мы возродились и будем опять убивать отряд локдауна. Еще немного и меня бы убили опять же. Боевой дрон, правда, работает, но я бы сказал, он слабенько работает. И вообще его сейчас завалили, наверное, скорее всего. Все, готов. Да елки-палки. Не хочет, смотрите, попадать, и все. И вот здесь кто-то еще заныкался. А кто это, мне вот интересно? Че он такая крыса? Смотрите, убегает, гад. Все, получил. Боеприпасы нам даже не дал, гад. Мы старались, его убивали. Жадина. Такс. Ну, поднимем немножко КП. Так, винтовочка нам не нужна. Ой, что-то я уже превратился заранее. Прыгаем и потом превращаемся. И кто здесь у нас заныкался? Все, готов. И последненький. И готов, отлично. Так, 120 метров, поехали. Ой, блин, это еще что такое? Сдохни. Гроза дорог какой-то. Достижение. Все, движемся дальше. Здесь опять, наверное, будет какое-то дикое мочилово, скорее всего. Что-то странное. Что там взлетело? А, это фигня. Я думал, уже какой-то мега-трансформер здоровый. Такая тень огромная была просто. Так, кто-то опять падает. Да где они, елки-палки? Блин, вот... Ты поймешь, не видно, и потом появляются гады. Так, куда нам дальше? Ага, по-моему, сюда. Ну, в принципе, пока непонятно. Так что... Так, главное, чтобы нас сейчас опять так не убили, пока мы появимся вблизи. Куча трансформеров будет рядом. И нас они просто все замочат. Можем пока перезарядиться. Так, а где они, елки-палки? Возьмем боеприпасы. Ух ты, сколько боеприпасов. Ага, говно. Прятался. Ух ты, кто-то там нас лупит. Гад. Сзади, как крыска хотел, да? А ну получай. Самонаводящиеся ракеты мне вообще нравятся. Так. Ёлки-палки, опять сзади. Все, готово. Найти в комплексе хоть какие-то следы дрифта.